мы снова в лавке. Так, Регина уже начала шутить. Какое-то украшение. Большое. Длинное. Со звоном. Наверняка винтажное. Так, и помимо будем учить испанский язык. Да. Я уже выучил слово mucho gracias. Это большое спасибо. Наполеон. Ух ты. Смотри. Неужели это Наполеон Бонапарт? Со львами какой-то на обратной стороне. Да, тут тоже Наполеон. Украшение. Император написано. Вот. Угу. Интересно. Какое-то украшение. А, вот эта часть туда, к этому. Вот к этому. Маркировка. Это надо взять, маркировка интересная. Какая? Киркпьютер, не знаю, 906. 906. Интересно. Не надо. А, он сломан. Надломлен. Может быть, известный маркировок. Не надо, не надо. Имя Роза. Старую мерничку. Видно, что старенький. Никаких маркировок. Перегручатая эмаль. Следующий? Я сюда буду складывать. Невысоко буду. Нормально. Давай. Красивый цвет такой. Да. Это что-то. Пояс какой-то, что ли? Пояс, да. Возможно, от сумочки. Это что такое? Что там за шильдик? Браслет какой-то. Это как битыми там. С какой-то сумки, вероятно. Смотри, какой жгут красивый. Это бисер. Да, она красивая, да. Цвет такой красивый. Очень. Так, а что это? Если б я знала. Украшение на шее? Наверное. Это не длинный. Ну да, наверное. Вау. А, это надо как-то заматывать, наверное. Наверное. Оно не...
не закольцовано. Вот это можно взять, наверное, я так думаю. Что можно взять? Если ты найдешь, это камень. Ух ты! Ух ты! Если ты найдешь маркировку, так вообще будет. Цены не будет. Ну, мы его возьмем и так, и так. С маркировкой вес. Это похоже на дерево. Я думаю, стоит взять его. Да. Я тоже так думаю. Хоть он бедненький, облез там уже. Красивый. Да, он красивый, качественный. Вот смотри, как тут даже есть маркировка, но что это, я не знаю. Это браслет. Тоже браслет. Вот эти тоже. Кукольничка. Это был браслет, по-моему, дерево. Был, да, был. Смотри. Тоже что-то на шее. Рыбы, монетки. С монетами такими. Все, хватит. Видно, что старенький. Вот тоже. Маркировки? Нет, не вижу. Знаешь, бывает, в колье нет маркировки, а на этих брошь. Да. Или на этом. Ну, видно, что хороший. Ну, добротный. Ну, мы это берем по-любому. Да, вот. Это пуговички, что ли, да? Да. Ну, как браслет кольце, с пуговичек. Да. Разные. Пуговички явно тоже винтажные. Смотри. Ну это, по-моему, легкая, это пластик. Да, ну красивый. Длинная. Запуталась. Надо посмотреть. А вдруг... Янтарь? Нет, это не янтарь. Это пластик. Ну, все равно симпатичный, легенький такой. Воздушный. Да. Нет, видишь, ну тут клемма нет. Давай его обратно. Да? Давай. А он был в пакетике? Да. Давай. Так, ну что, два украшения на шею мы нашли. Давай дальше. Ты так забрали? Сейчас, сейчас, что? А значков сколько? Солнышки. Давай хоть один возьмем. Зачем? Не надо. Ну ладно. Брошечку. Нам тоже, я думаю, не надо. Где? Хотя тут какое-то клеймо вроде, если это так. Смотри, это надо взять. Пусть будет. Да подожди, Нечка. Да не, не надо. Не надо, что это будет лучше не надо? А, это иголочки, если заклеил. Да. Да, это можно взять. Так, вот пин. Смотри, какой.
красивый, это можно взять. Ангел. О. Это кто такой? Кто такой? На. Птичка, дракончик. На, посмотри. Астролист. Там нет крыльев. И птичка какая-то в кустиках. В золотом тоне. Мне кажется, ее прогнули маленько. Ну, да, ее надо выровнять. Только не сейчас, дома. Аккуратненько. Мне не терпится отреставрировать. Не знаю, что-то. Маркировки нету. Через вот, тут есть маркировка. На рыбке? Ой, Гонг-Конг. Гонг-Конг. Рыбочка. Плавники больше, чем тельце. Еще ангелочек один. Он с этим. Пин. Это кто? Тукан, что ли? Наверное. Прелесть какая. А вот, смотри, пингвинчик. Слушай, на старенькую похоже сильно. Угу. Это надо брать. Надо брать. Ну, вот так вот. Пингвин задумался. Ага, стоит. Пошла. Для летчиков, что ли? Птичка с в клювике веточка. Интересная. Интересная брошь. Так, бантик. Бантик золотой. Значок, брошка, березы, речка, кустики, травушка. А где с собой значок? Я все сюда выбросила. А, подожди, не спеши. Колоночки. Это значки? Да, книги. Это хоккеист какой-то, видать, был знаменитый. И, судя по всему, обалдеть, ты посмотри, его уже нет. Ты посмотри. 27-й съезд КПСС. Да.
Молот и серп. А вот это посмотри, Мишенька, это все советское. Мишенька, посмотри. Для истории берем. Военно-морской флот СССР. Значки какие-то. Тут целый кулечек. Да, на, пакетик. О-о-о. Кто-то собирал значки. Подводником. По-русски. Подводником. Ударник коммунистического труда. Я это хочу взять, показать Олечке. Ударник коммунистического труда. Вот чем занимались в советское время. Работали. Да. Ударниками становились. Ну слушай, ну давай возьмем. Дома порассматриваем. Это можно взять. Кто-то собирал, видите, все значки. О, дедушка Ленин. Я такой не видела. Дедушка Ленин. В Америке увидела только. О. Цена 15 копеек. А вот смотри. Эмаль красивая здесь. Да, на это не жалели. Слушай, ну... А это что на иврите написано? Давай кулечек весь этот заберем со значками. Это что-то на иврите. Дома порассматриваем. Кто-то, видать, видите, коллекционировал одни значки и не только советские. Да, да. Короче, положить сюда все. Потом. Угу. Дома потом рассмотрим и покажем. Китайские значки. Ух ты, смотри, сердечко, брошь от Мане. Брошь от Мане? Угу. Брошь от Мане. Хорошо. Да, Мане, действительно. Ой, какое красивое перышко. Если бы еще это было маркированная кора. Маркированная кора. Но это не кора. Главное, что перышки есть. Ну, красивые. Покажи. Угу. Берем. Перышко красивое. Это так, листочек, но его не надо. Жень, это надо взять дома, проверить на бутыли. Хорошо, может быть. Вдруг. Вдруг, то он что? Знаешь, говорят, дурень дурень. Смотрится, смотри, Ленечка. Два сердечка. Такие. А вдруг? Подвесочка, гитара. Так. Ух ты, ключик. Ключик? Да, подвесочка. Да. Ключик можно взять. Там нет маркировки, да? Нету. Не надо. Хотя это геральдика, бери. Видите, как чаша весов перевесит на то, чтобы взять. Ну, такая бы тяжеленькая, кстати. Что, взять ее? Кого? Не. Это уже кто-то сам сюда, по-моему, приклеил. Что приклеил, Ренечка? Камею. Камею приклеили? Да. Не знаю.
Булавка зато классная. Вот розочка. Такое ощущение, что живой цветочек. Да, мне тоже так кажется. Как будто его гальванировали золотом. Да. Опустили. Или опустили в золото. Ну, очень больно же. Вот, смотри. Как живой. А вдруг куда-нибудь потом пригодится. Скорее всего, отлетел. От какого-то, да. На бакелит не похоже? Нет. Нет. Смотри, стиры пишут. А, этот вот. На, посмотри. Мы его когда-то видели. То ли он сломанный где-то, то ли еще что-то. А может, это не тот? Собачка прикольная, посмотришь. Некрасивая. Ну, сюда. Даже если стерлинг. О, песик. Песик этот. Марвелла, Мишечка, есть. Тут же лючик. Но тут нету одной такой штучечки. Зато есть маркировка Марвелла. Да, зато есть маркировка. Ой, какие Marvel. Коты. И видно, что такая брошь. Винтажная. Котики. Ух ты, пара какая прекрасная. О. Прелесть. Смотри. Сейчас. Подвесочку. Зеркальце. Подвесочка, зеркальце. Зеркальце. Кеннет-коль. Скажи мне правду. Ну это брать не надо. Тоже не надо. Такое у нас было, по-моему. Да. Брать? Нет. Пчелка Майя. Всем Майям привет. Не просто пчелка, а королева. Шляпка. Косточка на удачу. Мне она не нравится. Чего? Не знаю. Это брошь. Не надо. Не надо, не надо. Древо. Как оно там? Древо жизни. Ну а что, древо можно взять? Можно и не брать. Сегодня надо. Что-то везет на броши. Слава Богу, давно не было. Геральдика какая-то. Мне кажется, это современная. Не знаю, Анечка. Современная бижутерия. Может быть. Ну, красивая. Голубая рыбочка. Я не знаю, брать ее? Нет. Пороживаем. Ладно. На, смотри. Оригинально. Шуруп вкрутили. Очень красиво. Да. В
Вот косточка была, а теперь подковка с птичкой. То, что могу сказать, что брошь 2000 года. Ретро. Вот, смотри. Это можно взять, вот эту. Подковка-то, видать, старенькая. Крутится. Вот, смотри, а что это не уколись? Мне кажется, у нас такая есть. Музыкальная. Да. Музычная. Вот. Что-то пошло все. Скрипочка, Сваровски. Ну, это я так шучу. По-моему, у нас есть эти скрипочки. Да. И не одна. На, вот. О, я гулять хожу, где эти играют. Ага. В гольф. Уже столько их надо будет попродавать им. Выйти так сладком. И продать им. Может, кто-то и купит. Смотри, какая шляпка красивая. Только осторожно, не уколись там. Мороженое. Айскрим. Розово. Так. Так, это что-то, не знаю. Какие-то эти, на шлинзах серьги. Как план. Аж далекий 1982 год. Да. Птичка. Птичка невеличка. Ух ты, это козочка, что ли, или зебра. Да. Зеброчка. Просто показать. Ну ладно. На, тоже. Собачка какая? Это черепашка. Вот телефон. Зазвонил телефон. И у нас тут звонит, да. Трубку взял фараон. Ну я вспомнил песню. Давно я слышал, правда. На, вот. Подвеска, что ли. Подвеска. Это очень старенький ангелочек. Думаю, да. Он похож больше на Карлсона. Который живет на крыше. Да. А вдруг это бакелит? Бакелит. Тут сама иголочка сломана, Ленечка. Ничего нельзя сделать? Не, ну, не знаю. Я думаю, это старенькая вещь, конечно. Может, даже и бакелитами. Вот, смотри, листочек. Синий лист упал на землю. Ты с
Смотрите, на лирику что-то поняла. И весь покрылся патиной. Или что? Симпатичный, кстати. Он почему-то с обратной стороны выглядит краше. Сейчас спереди. Да. Подумаем. Ну и подъезд, типа. Подвесочка. Ага. И красивые очень эмали. Красиво. Очень красиво. Да, осторожно не уходить. Банди. Вот это мне уже нравится. Что значит? Это мне нравится. Это Banana Republic. Не хочу. Так это же современное. Да. Ну теперь уже я увидела. Я сначала в руки взяла вот так. А красиво. Блестит. Кто-то сам. Ну сам. Чья-то, да, фантазия. Кто-то фантазировал, да. Лепил, клеил. Вот что-то получилось. О, Мане. Ух ты. Ну как от Мане откажется? Кто от Мане откажется? Ты. Я Мане беру. Что еще интересного? Вот там смотри. А, да. Вот красиво. Красивая. Год. Вот малышка. Брошь, малышка. Корзиночка. Брошь, корзинка. Что, брать? Нет. Мы сейчас с тобой будем перебирать, Риночка. Да. Я не думал, что мы все возьмем. Мы не возьмем ничего. Практически. Из того, что ты тут наложил. Положил. Так. Поклал. Так. Вот, значит, ослик. Вот ослика берем. Ослика берем. Все, тут больше ничего. Может, и не берем. Вот, да. Вот веночек. Подвесочка интересная. Как знак бесконечности. Ну все, тут ничего интересного. Давай переберем. Пока, Ричка, переберем. Давай. Выключай пока. Пока выключаю, да. Это кулон. Да, кулон. Да? Да, вот не знаю насчет этого кулона. Вот еще. Что-то всем. Какой-то клёный. А сережечки-то неплохие. Клюксы. Надо взять. Кулончик. Тоже тут кулончик. В середине там что-то посмотрим. Это может быть. Да. Вот смотри.
Это срез какого-то камня. Смотри, какая подвесочка. С ангелочками. Там что-то кухничка открывается. Да. Вот показываю, где я посмотрю. Hello, Susan. Hi. How are you? Good. I have another little one besides this. Oh, okay. Should we, how should we do this? Yeah, wait, you're hooked up on. Wait a second. Okay, now go. Oh, okay. Thank you. Excuse me. No, it's not too heavy for you. Oh, no, it's okay. Thank you. You got that? Okay, and I'll go get the other one. Okay, Susan. But I guess you can put it. Okay. Мне показалось там точечка. А, здесь? На морской звездочке? Да, похоже на то. А вот симпатичная подвесочка. Камея. Да. Брошечка. И как кулон. Подвесочка. Так, это у нас как месяц. А это камушек аметист. Камушек аметист. Подвесочка вот красивая. Нам не надо? Нет. Камушек аметист. Нет. Шарник, наверное. Да, оставите. Королева Елизавета. Пока отключилась. Много шума началось. Что мы нашли еще? Солнышко. А подвесочки, звездочки, месяц. Цветочек. Сердечко. Персик. Es el emerald. Sí, porque abril es el diamante. Abril es. ¿Cuándo te lo dije? Mayo es emerald. Gracias por enseñármelo. Sí. Ahí sí veo algo ahí. Смотри, кого сколошат, если ты сможешь это сделать, можно. Это вряд ли. Вряд ли.
Allá vi una, pero no sé si es de verdad. ¿A dónde? Aquí, en la cajita. Eso no. ¿No, no verdad? No. Ok, me imaginé. Что-то Минечка интересно. Да, вот такая обручка с этой прикрепилась. С перламутровым. Угу. Ну а я при чем здесь? Ты не при чем. Подожди. Ты же ножнички не берешь. Слушай, это видно очень старенькая вещь. Угу. Только колечко лопнуло, видишь? Между прочим. Смотрится, ну, интересно. Ну. Ты будешь это ремонтировать? Так нету, не берем. Мире. Cuatro pacientes me amparan en la mañana. Cuatro. Uno tras otro. Estoy viendo el mundo de cuadritos. Y ¿sabe qué? Yo ya bien relajado. 9:40 de la noche me entraron las cuatro emergencias. Empezando a las 7:45. Nada de que querés ni nada, sino que ya me han dado de una vez. A esa hora me levanté y usted se iba acostando a poner el agua y el café para solo apretar el botón casi a las 10 de la noche. Ay, no, ya, bueno, ya, que no se quede más que Juan Gabriel. Ahí nos vemos. Смотри, это дракоша, что ли? Или кто это? Ну да, с камнем какие-то. Какая-то часть, может быть. Красавчик. Это можно взять, если оно цель. Нет, наверное. Я не знаю, тут должно что-то быть. Ага, это верх, así es el la crema. Туда где надо? Sí. Este así. Y no sé qué hacer. Con el que cree. Puede hacer un anillo o qué? Дамаскин. Под дамаскин. Под, 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 под. Puede hacer un anillo o... ¿Crema? O... ¿De veras? Sí. Tráigalo y vemos que... Ok. Este puede hacer. Sí, porque fíjense, era así, rojito, y вот. Los, tomándome otro jarito, que era... Так это же индийское. Mm-hmm. Y se me pierde. Это что такое? Пулька? Пулька. Пулька. Кто-то на память, что ли, носил? Подвесочка. Так, давай дальше. Пулька. Ой, ужас. Что? А вот посмотри. Да. Ой, что? '85 год. Тут написано. Ничего себе, клипсочка. Вот, подвесочка. Подвесочка. Еще подвеска. Угу. Интересный узор. Это красиво. Ой, это бакелит, может быть? Это стекло. А, это? Просто. Да, это то ли фарфор, то ли керамика. Ну, что-то
Блин. Вообще симпатичные, но что-то тут понацепляли. Сами что-то понаделали. Да. Слава богу, женщина уходит. Вот когда она уйдет, тогда и говори. Она такая шумная. Ну, бывают люди, знаешь, маленькие такие, шумные. Семья жирафиков. Подвесочка, да. Где-то была подвесочка. Запонка. Женская. Запонка, дамская сумка. Сумочка. Интересно.
хорошенький. Ручка. Это зеркальце. Зеркальце. Ух ты. Какое зеркальце. Ну, сломанное. Слушай, я помыть его, может быть. Ну, возьми. А коллекцию мне... бабочек. Фунталия, что ли? Все, тут ничего не понимаю. Сейчас разберем Санечка. Все, ничего не понимаю. Дай вот тут кулон посмотреть квадратный. Какой? Да.